Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами как всегда Эван, и как вы поняли, вообще обращаюсь к вам необычно, можно сказать, можете сказать, что это название и превьюшка ролика кликбейт, ну как бы это не так, ну можно сказать 50 на 50, кому интересно о судьбе дальше канала, так как этот ролик более разговорный, то что будете видеть на экранах, там ничего особо не будет, там просто будет картинка, чтобы глазу было приятно, вот. Так что вы можете куда-то идти, что-то делать, там, например, покушать себе можете сделать. И пока будете делать, просто будете слушать меня. Ну, если вам, конечно, это интересно. Если вам пофиг на меня, если вы ожидали нового конкурса, его нет, можете просто смело закрывать этот ролик и отписываться от канала. Я не хочу, чтобы на моем канале было очень много хейта. Так что... Всем, кому интересно, мы начинаем. Так, пацаны, почему я так начал? Потому что, можно сказать, меня уже все достало. Потому что я вообще, когда, с зимы, с осени 2018 года, и середину июля 2019 у меня выходили ролики, да, ну там 1-2, ну максимум 3 ролика в неделю. Вот, потому что у меня было там время мало на это все записать, передумать, смонтировать, выложить. Плюс-минус интернет еще фиговый. А с середины июля я начал плотно заниматься ютубом. Как вы знаете, у меня видосы выходили через день. То есть у меня, не помню, по непарных выходили вроде, или по парных. И, короче, какая разница, через день видосы выходили. Мы немножечко подняли актив на канале, но он, можно сказать, не успешный, потому что очень много дизлайков, я не понимаю почему. Ладно, давайте я про это позже. Что я хотел сказать, давайте самую главную тему, чтобы все же ждут, что уходишь с ютуба. Нет, можно сказать, не ухожу. А можно сказать, я ухожу, потому что, как вы знаете, я закончил 11 класс, вот, пошел учиться в город. И там я снимаю себе квартиру, и я, короче, не буду записывать там ролики. Ролики я буду записывать только дома, чтобы не таскать все это туда. Вот, и плюс интернет там не очень, короче, вы поняли. Так что хотел вам объявить, что ролики будут каждую субботу или каждую воскресенье. Но это еще не точно. Но каждую субботу или воскресенье это точно ролик будет. А если я успею за двое выходных заснять что-то еще, то будет, конечно же, больше видосов. Может, посреди недели что-то выйдет. Вот. Так что расписание у нас будет ролики по выходным. Я знаю одного ютубера, это ему понравилось. Ну, он так делает, всем нравится. Будем делать более интересные ролики, чтобы вы их, можно сказать так, ждали. Теперь обращение к хейтерам. Быдло ты ебаная, блядь. Идите нахуй. Ты закрылся нахуй и никогда сюда не лез. Понял? Быдло ты ебаная, блядь. Потому что вы меня уже задолбали. Вы просто нифига не понимаете, нифига не умеете. Мне главное, вы пишите Эван там. Пишите на клавиатуре Эван, ты нифига не умеешь. Ролики говно, неинтересные. Микрофон говно, хорошо. Ну давай тогда, любой хейтер мой, вообще создай ролик. Интересно придумай, запиши его, смонтируй и выложи. И посмотрим, превьюшку его еще сделай. Посмотрим, как тебе это понравится. Когда, чтобы выпустить, можно сказать, один видос, ты работаешь в таких программах, как Adobe Audition, это обработка звука, Adobe Photoshop для превьюшки. Также ты работаешь в Sony Vegas или Adobe Premiere Pro для, чтобы смонтировать видос и чтобы записать. Вы многие просто пишете, вы говно, говно, а потом меня с вами спрашиваете, типа, а как ты снимаешь, а чем ты монтируешь? Короче, я в шоке от вас. Короче, пацаны, давайте поговорим просто. Если вам не нравится мой контент, просто отпишитесь и забудьте меня как просто сон. И не смотрите меня, и не ставьте дизлайки. Просто вот отпишитесь, забудьте, все. Поставили дизлайк, все. Вы считаете, там может красавчик, может где-то вам какие-то просто слава за то, что вы ставите дизлайки. Нет, вы просто не уважаете труд человека, который старается выпускать через день ролики, а вы просто их обсираете, можно так сказать. Ты ебаная, блядь. Короче,
Я рассказал все по минимуму. Надеюсь, этот видос вы поняли. Жду сразу отписку хейтеров. Вы можете еще комментарии настричить. Я не буду их удалять. Мне вообще на вас пофиг, если честно. Вот можете дизлайков налепить на этот видос. Мне вообще по... Надеюсь, нормальные подписчики моего канала остались. Будете ждать новые видосы. Ну, сейчас пойдем, наверное, запишем еще новую рубрику одну. Хотя у меня есть одна рубрика, которую я придумал еще год назад, но я ее не могу никак воплотить в жизнь. Короче, капец. Короче, не буду вас просто там призывать, там ставьте лайкос, там подписывайтесь на канал. Нравится контент? Подписывайтесь. Понравилось видео? Ставьте лайк. Все. Так что, всем удачи, пацаны. И всем пока.